Всем привет, с вами Александр Навасов или же ширпотребный пацан. В данном видеоролике сегодня я вам покажу свой сувенирный драгонлор, точнее АВП история о драконе прямо с завода. И это мой инвентарь. Здесь есть такие крутые скинчики. Тут есть, смотрите, золотые наклейки, которые приклеены. Здесь все круто, вообще все круто. Прямо с завода Dragon Lore. Есть также крутая наклейка, еще одна, но она мне не пригодилась. И есть изумрудный керамбит. И все круто, ребята. Ну и давайте сегодня мы поиграем. Что? Как? Ну я хотел снять видео про сувенирный Dragon Lore. Как влог? Блин. Ну ладно. Итак, вместо того, чтобы снимать крутой видеоролик про Dragon Lore, сегодня я еду снимать влог в колледж. Да, надеюсь, вам понравится, и поэтому подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну, надо собираться ехать в колледж, снимать влог, да. Вот так вот. Ну что ж, поехали! Итак, мы вернулись, и уже ночь, уже наступила ночь. Вы не поверите, как приходится снимать. Я снимаю не потому, что здесь светло. Нет, это не свет, ребят, это фонарики. Это все фонарики, то есть там тоже фонарики есть. Здесь все фонарики и вот так вот. В общем, мы вернулись, и здесь
В общем, что было в этом влоге, почему я не снял подборку новых убийств в CSGO? В общем, прикол в том, давайте я...